Казахстанский рынок продаж сотовых телефонов захлестнула волна поддельных устройств. В Министерстве цифрового развития насчитали почти 4 миллиона мобильных с дублирующими ИМЭИ-кодами. Везен такой товар, конечно, серыми схемами. Получить реальную цифру удалось лишь спустя 3 года, после принятия правил по обязательной регистрации абонентов. Некоторые казахстанцы и не подозревают, что ИМЭИ-код на их смартфоне может быть кем-то скопирован. Стоит отметить, в имеющихся серых схемах ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе с дублирующими ИМЭИ-кодами. Одной из схем серого импорта является ввоз в страну сотовых телефонов. Согласно сведениям базы данных идентификационных кодов, в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционирует порядка 3,7 миллионов абонентских устройств, которые имеют дублирующие ИМЭИ-коды. При этом прямые потери государства в виде потенциально упущенных налогов и сборов составляют свыше 100 миллиардов тенге в год. Казахстанцам рекомендуют покупать телефон в официальных магазинах и требовать сертификат качества. Министерство, в свою очередь, планирует интегрировать базы данных идентификационных кодов с системами таможенных служб и применить биометрию при регистрации абонентов. Уже разработан цифровой сервис проверки ИМЭИ-кодов на наличие в реестре краденных абонентских устройств.